Вот вас почему пассажир-то пристегивается после того, как инспектор остановил? Вы не пристегнуты. Пассажир пристегивается при виде инспектора. Это нужно делать перед началом движения. Перепираться бесполезно. Патрульную машину и человека в форме этот водитель заметил слишком поздно. И попытка в спешке накинуть ремешок сотрудников ГИБДД не убедила. За нарушение пришлось отвечать. Сам нарушил, сам ответил. Цена халатности – штраф 500 рублей плюс потеря личного времени. Как показывает практика, таких автолюбителей, как этот, в Череповце большинство. Они накидывают ремни безопасности лишь при виде дорожной милиции. А ведь подчас эти приспособления могут спасти человеку жизнь и здоровье. Именно поэтому, говорят специалисты, законодательство постоянно ужесточается. С 21 ноября 2010 года это обязательно стало для всех, для сотрудников спецслужб, для инструкторов, обучающих вождению. Особый вопрос – обеспечение безопасности детей в автомобиле. Все, кому еще не исполнилось 12 лет, в салоне находятся только в специальных детских креслах. Но это в теории. На практике удерживающие устройства в автомобилях имеются не всегда. На этот счет у каждого нарушителя свое оправдание. Иметь кресло – это багажник, это просто трудно будет очень. Два кресла места содержать сразу. Одно кресло иметь в машине, конечно, можно. С начала года за нарушение правил безопасности в Череповце было составлено 25 административных протоколов на общую сумму более 10 тысяч. Сегодня рублем наказали еще 15 автомобилистов. Подобные акции планируется проводить и в дальнейшем.